Crosstourer – флагман линейки у Honda среди туристических эндуро. В 2017 году принципиальные изменения коснулись цветовой гаммы. Такой интересный цвет, красно-черный. Цикл стоит на центральной подножке. Это базовая комплектация. Подогрев рукояток также идет в базовой версии. Регулируем по высоте ветровое стекло и прикуриватель 12-вольтовый также идет в базе. Объем двигателя 1200, 129 лошадиных сил, V4. Как и все современные туристические эндуро, Crosstourer комплектуется спецованными колесами на бескамерной резине, подвески с полным списком регулировок по принатягу, по сжатию и отбою. Мотоцикл комплектуется трекшн-контролом завода, это контроль срыва заднего колеса, и у него есть 4 режима работы. Три деления – это максимальный трекшн, то есть, скажем так, самое раннее вмешивание электроники. При нажатии кнопки мы регулируем уровни. Второй, первый, держим кнопку. Трекшн-контроль включается, о чем нам говорит приборная панель. Данный режим актуален для съезда на мотоцикле на какой-то бездорожье, для того, чтобы двигатель не душил его мощность при побуксовке заднего колеса. Отличие 2017 года. Регулируем ветровое стекло. Регулируется на ходу одной рукой. Видите, все довольно просто. В принципе, чего мы очень долго ждали. Сегодня в рамках тест-драйва компании Honda я поездил на VFR 1200X. Так, что можно сказать об этом мотоцикле? Да, единственное, что можно сказать, это то, что на нем удобно путешествовать. Я не могу себе представить какой-либо другой мотоцикл, на котором было так же комфортно сидеть буквально как на диване и любоваться окрестностями. Что касается его скоростных характеристик, то в режиме S, то бишь спорт, данная коробка автомат действительно может показать очень интересную динамику. Ну и что касается самой рулежки, несмотря на то, что первое впечатление это, о боже, какой большой бегемот, данный мотоцикл рулится очень легко. И я думаю, что возможно он даже был бы интересен какой-либо девушке в качестве туристического или повседневного, но для дальних поездок вариантов. Спасибо.